Дорогие друзья, всем привет! Привет! Сегодня мы предлагаем вам побыть с нами в одном райском местечке. Какая здесь полянка? Это вблизи реки Орель. Наичистейшей речки Европы, если верить интернету. И вот в этом райском месте я уже практически в костюме Адама. В этот раз мы устраиваем дикий отдых с элементами цивилизации. Это живописнейшее место находится на территории села Могилев Днепропетровской области. И здесь практически нету людей. Купив Дмитрий Сава насос электрический и благополучно забыл его дома. Мы решили палатку поставить вблизи к этим райским кущам с дивными плодами. А еще здесь растет яблоня. Яблочки небольшие, но видно, что это не дикие яблоки. Боярышник. Ну вот это ж. Ну вроде бы да. А вот этот вот тополь огромный служит здесь вместо зонта для тени. За ним прячется еще одна яблонька. Вот такой вот заходик. И здесь так уютно. В прошлый раз мы соорудили здесь мангальчик. И покажу вам собственный спуск к реке. Ты спичку просто... Ой! Иногда возникает пламя под шашлычком. Наилучший рецепт – это взять, насыпать на него просто каменной соли крупной. Но у нас такой нету с собой. Приходится водичкой сбрызгивать. А один мой знакомый делал это ртом. А потом он задавался вопросом, почему не едят его шашлык. Живот тянуть. Полный рот слюней уже. Мясо, я вам скажу, друзья мои, изумительно выглядит. Смакуя. Вкусный. И все. Когда я откусываю кусочек, закрываю глаза, передо мной возникают заснеженные вершины гор. В ушах поет грузинский хор. Тут резко все повставали из-за стола. Потому что я что-то испугалась. У нас паника. Катя спрашивает, бросил ли я что-то в кусты. Ничего я не бросал, там что-то сидит. Вот кто к нам в гости пожаловал. Глазастая. А что она сюда пришла? На шашлык? А теперь я покажу вам главную достопримечательность. Достопримечательность этого места. Корабли лавировали, лавировали, не вылавировали, да? Thank you.
Как тут буйствует зелень, чему радуются все букахи. Ничего себе, не улетает. Не боится. Ну что, улыбается? Ты посмотри, капец. Можно снять ее с любой стороны. Эй, ты! Ну что ты, Кать? Не мучайся, окунайся. А течение такое сильное, как будто плывешь на одном месте. Планирую сделать вам маленький экскурс по здешним зарослям. Вот он, выход из нашего лагеря. Такой себе укромненький и незаметненький. Резкий такой поворот налево от основной дороги, идущей вдоль рели. Посмотрите сами, он незаметен. Сейчас мы пойдем вдоль рели вправо. И внезапно начинается участок хвойного леса. Мы приближаемся к пляжу. Пляж, конечно, немноголюдный, потому как село очень далеко от какого-либо города находится. Именно в этом селе Могилев река изменила свое русло при советской власти, когда строился канал Днепр-Донбасс. И мало того, она еще изменила и направление своего течения. Все-таки там не глубоко. Ну, пойдем проверим. А может, там глубоко? Я не уверена. Тут такие растения, которые мои ноги путают, и я не могу ходить. Мы все-таки преодолеваем наш путь к нашему лагерю по реке. Можете видеть, река здесь в этом участке мелкая. Но для меня нет. И холодная. Максим, он трясется, бедный. Мне его жалко. Наверное, будем вылазить, добежать к маме. За полотенцем, да? Максим. Нет. Пойдем по речке. Сейчас согреешься. Ветра нету. Посмотрите, какие здесь крутые берега. В прошлый раз мы отдыхали вот в этом участке хвойного леса. Вот этот пляжик был наш. Сейчас нам придется идти дальше. Река реально похожа на Амазонку. Так и ждешь, что откуда-то оттуда выплывет аллигатор. Или же оттуда прыгнет ягуар. А с той стороны встретят добрые индейцы, которые проведут ритуал айаваски. Да что, тут местами течение просто нереальное. Посмотрите, всю жизнь свою эти растения вынуждены клониться в сторону течения. Ну, я думаю, что они
пребывают в расслабленном состоянии, и их это нисколько не напрягает, а наоборот доставляет удовольствие. Вот и добрались. Да? Вылазь, вылазь, раз замерз. Хочется еще. Ага, аттракцион. Вода прохладная. И я считаю, потому и чистая. Потому как теплая вода все время цветет. Тебя хоть не украли тут, пока мы отсутствовали. Ой. Ты что, такое приключение у нас было? На Амазонке. Ну вот уже 7 часов, и мы решили с сыночком в другую сторону пойти прогуляться. Что же там? Я там еще не был. Ух, как классно, да? Так дышится легко. Скажи. Да. Вот, смотри, какое местечко, Максимчик. Это местечко компактнее, чем наше. Потому как место здесь меньше. Вот место для палатки. Ни с одной из сторон ты к ней не подойдешь, если здесь установишь. Только лишь со стороны входа. И здесь, кроме мангала... А там что-то шевелится. Где? Что-то... Листья как будто пошевелились. Да ладно. Что-то угры. Кроме мангала есть свой пляжик. И очень живописно. Мы выходим на полянку, похожую на пляжик. Настоящий пляж. Может, сюда надо было переселиться? Как здесь красиво. Красота. Смотри, Максим, а это что такое? Это иван-чай, что ли? Щучка маленькая. Смотри, Максик. И окунек вон, красноперый. Охотится. Вот это настоящий дикий пляж. И посмотрите, как чисто. Обратите внимание. А идем, может быть, дальше пройдемся? Идем. Очень густой лес. А что мне кажется здесь интересным, так это вот эти растения, необычные листья. Угу. Как ракеты. Мини-кувшиночки. Какие-то собаки. И опять эти ракеты. Какие собаки? Не знаю, что-то... А, ты следы увидел? Нет. Я слышал шум, как будто кто-то за нами следит. Я не понимаю, что. Ну все, пора возвращаться, Максимчик. Для нас это будет 10 минут, а для вас 1 секунда. Смотри, Максим, юного золотоискателя предмет. Вот у меня ощущение, как будто кто-то за нами следит. Я вот слышу звуки какие-то, что там листья кто-то трогает. Может, за нами кто-то следит? Это жуткие ощущения, Максим. Признаюсь, меня они тоже посещают. Ну, слава богу. Надо вот эти веточки убрать. Пусть веточки будут, это чтоб сюда не ходили. Угу. Так. Катя, а с кем это ты тут креветки ела? Холодно. В этот теплый вечер вы можете накинуть шаль или же что потеплей. Друзья, вот наконец стемнело совсем, и мы можем послушать звуки
природы. Друзья, не поверите, что у нас тут случилось. Сколько время? Наверное, часиков 10 уже. Мы собираемся домой. Тут реально какие-то страшные вещи происходят. Дима, помогай. Там, вдалеке. Я не пойму, ну в чем дело? Катя думала, кто-то на велосипеде едет, а там реально бежала какая-то здоровая псина и дышала так. В общем, у нас тут жесткий шок, паника. Мы собираемся, встретимся уже дома. Это непередаваемое ощущение, когда сердце уходит в пятки. Че, мы тут все гужмом покидали, Максима завалили. А самый прикол, Макс, где ты? Что он говорит, кладите все на меня, лишь бы мы быстрее отсюда уехали. Катя, ты видела эту фигню? Не знаю, оно было белого цвета, не знаю, что было. Большое? Большое мне показалось. Как Йетти? Не знаю, нет. Просто что-то большое, не знаю, белое, за кустов непонятно, что тут. Очень так дышало оно часто, а самое страшное, что здесь-то отдыхающих нету с палатками, понимаете? А я же еще подогрел эту всю ситуацию, рассказал, как один мужик поехал с ночевкой на рыбалку и услышал женские голоса, которые смеялись. Ну и он же уже выпивший, к ним туда, думает, ну сейчас познакомлюсь. Прибегает, луна освещает берег, он видит женские тени, но женщин нету, и одни вот эти вот звуки смеха ихнего. И он так же, как мы, покидал те удочки и поехал домой, и только лишь по дню вернулся за ними. Ужас. Катя меньше боится ехать за рулем, чем оставаться в том лесу с неизвестным животным. Ну вот мы и дома, друзья. Ненадолго нас хватило, однако же дома спокойней. Да, Катя? В общем, мы не жалеем, что мы домой уехали. Не забывайте о нас. Ждем грибного сезона. И до новых встреч. Пока.